Выпускник университета Тако Шоку, ученик мастера Канцунори Цуяма и сенсей Никаямы, мастер карате сенсей Масао Кавазои, вновь Воденцова, обладатель 8-го дана, вице-президент Всемирного института Шотокан карате, ежегодно проводит мастер-классы в России. В зале инструкторы, преподаватели из разных регионов и обязательно представители Одинцовской федерации традиционного карате. Ребята и их наставники впитывают каждую фразу, движение, жест, ведь нет ничего ценнее знания, полученного от признанного мастера карате. Я уже больше 20 лет работаю с Федерацией традиционного карате России. Часто приезжаю в Одинцово. Это плановая работа по повышению базового уровня инструкторов и учеников. Гармоничная база – залог успеха в карате. Об этом сенсей не перестает напоминать своим ученикам. Его руки быстрые, а удары ногами точные и мощные. Знаменитый японец входит в десятку сильнейших сенсеев мира. В 1994 году, когда была образована Федерация традиционного карате в России, Масао Кавазои стал ее главным техническим инструктором. В свои 71 год он полон сил и желания делиться опытом с россиянами, которые отвечают взаимностью и показывают высокие результаты на международной арене. К примеру, в прошлом году на чемпионате в Италии мужская команда взяла золото в ката. Мы стараемся, чтобы наши инструктора имели высшее образование в области спорта и физической культуры, потому что все-таки я считаю, что это очень важный момент профессиональной деятельности. Такого рода мероприятия всегда дают шанс тем, кто действительно желает продвинуться вперед, научиться скопировать лучшие аспекты, которые позволили бы в спортивном совершенствовании двигаться вперед. С 1999 года приказом Госкомспорта России традиционное карате было введено в государственные программы физического воспитания населения и рекомендовано для развития в нашей стране. По своей популярности этот вид боевого искусства сравним с футболом и хоккеем. Но инструкторы отмечают, прежде чем отдать ребенка в секцию, познакомьтесь с его тренером. Оцените опыт, знания и умения человека, которому предстоит ввести юношу или девушку в мир карате. Мария Подъепольская, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.